Всем привет, меня зовут Султан, вы на моем канале. Сейчас я вам покажу новое обновление в Real Oper City, ребята. Там писал разработчик, что выйдет, сейчас у нас декабрь, выйдет в январе. Вот, выйдет в январе, это полное уже обновление, там будет зима, там, короче, можно менять погоду. Ребята, посмотрите, какая графика новая. Ребята, посмотрите, не только графика, добавили реально новый телефон. Это iPhone, ребята, посмотрите, iPhone. Так, тут у нас карты можно выбирать. Так, что тут еще? Ага. Камера нерабочая. И не только, ребята. Время, нажимаем на время. Где тут вообще время? Вот погода. Махачкала, ребят. Посмотрите, вот день. Смотрите, утро, день, ночь. Поехали, ребята, покатаемся на ночь. Ребята, я же сказал, что будет ночь, слава богу. Слава богу, ребята, что вышло это обновление. Я вообще эту игру люблю, как сказать, эту игру вообще. Нравится мне эта игра вообще, не играть, погнали, ребят. Чисто едем ночью, посмотрите, ребята, какое обновление, ошалеть просто можно. Для короче, атмосферы ключи. Вот, посмотрите, ребята, новые ФСО круглые. Ошалеть. Просто можно ошалеть. Посмотрите, ребята, это кажется не Real Oper City, это какая-то, блин, там GTA, наверное. Посмотрите, ребята, ливень, снег маленький. Ну, ребята, это еще пока что бета-версия. Новая версия будет, 48 там, какая там версия. Да, будет 48, сейчас я играю на 47-й, будет 48. 48-я версия, ребят. Вот, там будет, ребята, дождь. Не только дождь, новая погода, лед, зима, весна, лето. Короче, все времена года, все времена месяца. Ребята, новые машины BMW X6M будет. Шестерка. Вот, все, ребят, пока что из двух машин это только вот это. Посмотрите, ребята, какое лучшее обновление в этой игре. Посмотрите, ребята, это просто ошалеть можно. Новая графика, вообще новая физика. Давайте, ребята, посмотрим. Может, тут еще, наверное, что-то добавили. Хотя у меня экран на все добавлен. Ну, ребята, атмосфера в этой игре вообще просто зашкаливает. Так, где тут? Транспорт? Что? Ребят? Что это? Ребята, посмотрите, я же сказал, это что такое, ребят? Полиция в игре, полиция, ребята. Ошалеть, реально ошалеть. Тут еще будет скорая помощь. Ребята, это вообще бомба просто. Ребята, так что ссылочка в Play Market уже вот на моем канале. Ребята, подписывайтесь. Это просто невозможная версия. Ошалеть. Теперь я на патриоте полицейском. Вообще. Давай сейчас погоду поменяем. Где-то вообще погода меняется хотя. Как его вообще сильно тут выпустить? Посмотрите, ребята, вот уже лето, пожалуйста, вот лето. Так, заходим. Что там? Послушайте, ребят, что-то там говорили. Сейчас я послушаю. Тише, ребят. Тише. Так, ДПС, Патриот. Бомбовская версия. Новые звуки в игре. Посмотрите, ребят. Там что-то сказали по своем языке. Там что-то про семерку говорили. Так, сейчас я услышу. Что-то вообще никого нет. Ну, ребята, это не факт. Поехали, ребята, закинем тачку вот эту. Наконец-то, ребята, теперь можно играть за полицию. Чё? Чё он сказал? Какой-то патруль выезжает. Ну, я, ребята, когда буду монтировать ролик, я все тщательно послушаю. Ребята, обновление просто шикарное. Хотел еще кое-что вам сказать, ребят. И, ребят, тут еще даже можно будет выходить новая версия. Ребята, это лучшая игра, вот реально. Беру свои слова, короче, обратно. Это лучшая игра, вот, ребята, не сравнить. Вот это самая лучшая игра для суетологов. Так, к сожалению, ребята, тюнить тачку нельзя, но выйдет еще другой патриот. Ребята, там что-то сказали, какая-то другая сторона. Поехали, ребята, в Чечню. Выезжаем в Чечню, ребята, все, погнали нах.
Куда тут вообще ехать? Поехали вот сюда, Хасани, чисто. Как суетологи. Заткнись. Ого, ошалеть. Все работает. Все, ребята, работает. Полиция, патриот, ребята, сирены включаются, выключаются. Вообще ошалеть. Ребята, скоро будет зимнее обновление. Качество вообще бомба, чисто, ребята, на высоте, чисто вот. Махачкала, так это понятно. Я, походу, ребят, не туда поехал, чуть-чуть, как бы вообще надо далеко ехать. Минут такие две, наверное. Ой, я извиняюсь. Ребята, там, короче, про мою машину сказали, где я на семерке выезжал. Там сказали, тонировка, так что за него надо проследить. Тут еще, ребята, можно мультиплею. Короче, ребята, все. Это просто бомбовская игра. На всех, ребята, телефонах тянет. Вообще, там можно даже менять графику. Капец, я чисто играю за полицию в роли ДПСника. Летим 160. Нифига себе. Раньше вообще машины переворачивались, теперь нет. Давайте сейчас я вам покажу, что вообще еще за телефон. Так, у нас тут есть транспорт. И все. И все больше, ничего нет. Так, не должно быть, ребят. Так, ну ладно, это, короче, не суть. Так, давайте поменяем погоду. Чисто ночь, ребят, чисто ночь. Все, ребята, идет дождь. Какой-то 43-29. Так, хотя, ребята, сейчас есть такой вещь, такая, что, ребята, вот без подписки смотрят около 50%, так что, ребята, подписывайтесь на мой канал. Сейчас я заеду к себе в дом. Еще тщательно вам сейчас я все покажу и расскажу. Заезжаем сюда. Все, ребята. Ну вот, такое обновление. Так, погода. Вот, плюс 15, жара. Кстати, ребята добавили хром в этой игре вообще. Хромированные диски, руль. Все, короче, ребята, вообще бомба игра. Ну вот, короче, берем опять темку. Ну, на этом, ребята, все. Спасибо всем за просмотр. Вы были на канале Султанго. Меня зовут Султан. Всем пока-пока. Кому понравилось это обновление, пишите в комментах. Короче, ребят, кто хочет попасть в мой следующий видеоролик, пишите в комментах, я вас всех добавлю. Короче, всем пока.